Добрый день. Проходите. Милости просим. Обезопасить жилище от пожара – вот главная цель акции. Из областного бюджета благодаря победе на аукционе Центру противопожарных услуг по Ленинскому району было выделено почти 3 миллиона рублей на закупку автономных пожарных датчиков. И теперь их совершенно бесплатно, по желанию собственников, устанавливают в квартиры многодетных семей. Очень много случаев пожаров бывает, где дома не оборудованы системой пожарной сигнализации, и, естественно, люди страдают от этого, что вовремя не оповещают. Семья Запковых сразу согласилась на предложение социальной защиты населения установить такие автономные извещатели. Светлана и Василий воспитывают 3 детей, которые часто остаются дома одни. А в подростковом возрасте, как правило, у ребят всегда проявляется интерес к огню. 2 дня назад ситуация очень смешная. Я собираю всех в сад, в школу, хожу по комнатам, и запах спички в прихожей. Младшая дочь пока ждала нас всех, решила попробовать. Ну, интересно же, чиркнуть по коробку. В принципе, конечно, никакого пожара не было, но любопытство, никуда ты его не денешь. Конечно, родители рассказывают своим чадам о последствиях таких игр с огнем. Но дети есть дети, поэтому быть начеку в случае угрозы пожара поможет вот такой небольшой датчик. Его лучше установить во всех комнатах, кроме кухни. Автономное устройство реагирует на любой дым и предупреждает об опасности звуковым сигналом. Ну, в первую очередь, наверное, спокойствие внутреннее. Получается, что слух хороший, дистанционно можно услышать и среагировать. Сегодня пожарные датчики установили почти в 1200 квартирах Ленинского района. К сожалению, большинство семей отказываются от такой услуги. Конечно, это дело добровольное, но пожарные настоятельно рекомендуют иметь эти устройства в своих квартирах. Если пожар произошел ночью, все люди спят, а извещатель при срабатывании сдает звуковой сигнал на уровне 85-110 дБ, который позволит разбудить человека. Человек может вовремя среагировать, затушить возгорание, либо уже, если это невозможно, спасти свою жизнь, своих детей. Стоит отметить, что автономные пожарные датчики не требуют никакого дополнительного обслуживания. Гарантийный срок у него 5 лет. Каждые 5 лет надо поменять батарейку, не мыть водой, не протирать, и только пыль с него стряхивать. Все общих обслуживаний. Большое спасибо вам. И в случае звоните нам. Ирина Бокова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.